На стене этого дома по улице Народной 62, вверху, под трубой, была надпись, которая проглядывается до сих пор. Видишь, от нее несколько букв осталось. Знаешь, что там было написано? Саватеева сплетница. Вот она, это Саватеева. А, я вижу. Вот она, остаточки этой надписи. Я не знаю, кто такая Саватеева, то, что ее надпись, надпись оставшаяся на стене дома, долго привлекала наши взгляды. Мы все считали, что Саватеева именно сплетница и дура. По надписи читать дети учились. А кто такая Саватеева? Вообще хрен знает. Даже понятия не имею. Но надпись уже, это мелом сделано, висит примерно около 45 лет. Развивала детям память. Да. Дикцию, чтение. Никому не мешало и до сих пор никому не мешает. Да. Нашего бывшего гаража, крайнего справа, стоит некий внедорожник. Наш дом с номером 62/2 по улице Народной. Во дворе, который когда-то был спортивной площадкой, сейчас сделали проезжую дорогу, ну и, естественно, стоянку для вездесущих машин. Да, то, что жили сплоченнее и дружнее, это факт. Сейчас богаче, как говорит Михаил Николаевич, богаче, но не лучше. Это не значит лучше. Вот и мой подъезд с квартиры номер 10. Жаль, сейчас цифровые замки, не подняться, не посмотреть. Дом-музей писателя-поэта Владимира Калмыкова. В нашу бывшую квартиру новые хозяева поставили кондиционер. Вот на третьем этаже наш балкон бывший. А каркас этой конструкции, который с крыши, еще отец ставил. А вот так двор выглядит с другой стороны. Это вот пункт приема бутылок здесь как раз и был. Всем известно на улице Народной. Вот тут вот, где железные ворота слева. А справа, да, был деревянный овощной магазин. Совершенно верно. Второй наш двор между домами 64 и 64/2. Тоже сколько с ним связано, кто бы знал. Вы так хорошо играете. До сих пор живы качели, турники, которые стояли еще при нас 40 лет назад. В центре кадра можно увидеть бетонную плюшку. Это забетонированный люк. Там был колодец такой большой, квадратный, где-то 3 на 3 метра и 3 метра вглубь, с лестницы. И там была теплотрасса. Соответственно, в этом люке, в этом боксе, мы ховались, курили, ну, в общем, все, что угодно делали. И там же я спрятал свой дневник с двойками за, по-моему, за 9 класс. Он до сих пор там лежит. Ненужные оценки, надо прятать. Теннисный стол оказался жив, не ушел на металлолом. За этим столом такие баталии происходили местного масштаба, которые не снились, естественно, ни современным детям, ни современным взрослым. Дом 64/2 подвергся, видимо, капитальному ремонту. Все турники сохранены, которые были и при нас. Вот на этом месте, где Михаил Николаевич стоит, мы тут подрались с Витькой Буняевым. Он меня спрашивал, да, 2 года назад, помнишь, спрашивал, и что мы с тобой разошлись? А ему сказал, шершеля фам, ищите женщин. Да и за женщин подрались. Не будем называть фамилии, имя, не стоит. Ведь для младших классов мы были нормальными. Мы смотрели на своих, а свои девчонки смотрели на более старых. Да, да. И поэтому свои парни для наших девчонок... Население, да. В своем возрасте. Свои парни для наших девчонок были и не указ, и не пример, и глянуть типа не на кого. Кто бы знал, сколько наших ног и рук посетило эту тютину, как мы ее называем, тутовник. Вот она, все усыпано спелой тютиной. Черные рты, черные руки, черные ноги, черные коленки. Это все, что оставалось после того, как мы залезали на это дерево. В смысле, оставалось на нас. А здесь жил Мишка. Вот его бывший балкон. Оттуда женщина смотрит. Поток забивает. Да, правила, как есть.
Холодные зимы были, еще как. Мы в хоккей играли. У нас во дворе две площадки было хоккей. А вот и наш детский сад, альма-матер. Номер 32. Под названием «Орленок». Вот в этих же интерьерах, вот в этой же беседке. Эта беседка с тех лет стоит. Мы гулевенили, бегали так же, как эти пацаны. Вот привезут кучу песка. Мы строим города. Вот точно так же, видишь, кучу песка привезли. И современные детишки делают то же самое. Здравствуйте. Да, беды. Пошли, и пошли, сейчас, пошли. Но этой беды не было, наверное. Как была, это? Была, вот как раз она была. Дорогая моя, мы в 69-м отсюда вышли, выпустились. Нет, просто беседка. 40 лет, 50 лет назад, 50 лет. И беседка, беседка это при нашем выпуске вот та дальняя, не эта, вот та дальняя. Да, вот дальняя была. Вот этот турничок был при нас, вот эти кольца были, вот это вот, стойка вот с этими кольцами, это было при нас. А потом мы в 7-ю школу строим пошли, вся группа. Мы просто молодые. Идем к заведующей детским садом нашей бывшей воспитательнице Валентине Петровне. Добрый день. Вот сейчас посмотрим, Мишку узнают сразу или спустя небольшое время, да? Я так думаю, тебя узнают сразу. Проходите. Здравствуйте. 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 Поздороваться. Да. А зачем вы меня снимаете? В памяти 50 лет назад отсюда выпустились. А я думала, еще что-то придумали. Нет, они только один случай. 50 лет это Анна Ивановна вас выпускала. Да, Анна, заведующая Анна Ивановна. Она, к сожалению, умерла. И уже, наверное, лет практически. А вы были у нас воспитателем. Не были? Не были? У вас воспитателем могла быть Надежда Романовна. Была такая, Людмила Федоровна была. Людмила Федоровна жива-здорова. Валентина Петровна была. Это была другая Валентина. Другая, да? Петровна, она здесь вот живет на Буденновской. Жива. Уже пока еще жива-здорова. Замечательно. Так, кто у вас еще мог быть? Мария Григорьевна была, малышковская группа. Была. Была. Совершенно. Была. Надежда Романовна. Надежда Романовна жива-здорова. Жива-здорова. Она пришла. Здесь. Надя. Точно. Надежда вот Романовна здесь. Но она должна прийти раньше, потому что она должна прийти раньше, смене, да? Потому что там нет. Позвать ее? Да, позови ее. Пожалуйста. Она здесь, да? Здесь. Живы, а давайте выйдем в холл. Живые, всех живых. Да? Выйдем в холл вот сейчас. Ага, давайте. Так, какой же был номер? Мы вышли в старшей группе, естественно. Понимаю. А как номер? Наверху. Наверху. Да, вот этот. Нет, ну, Миш. А не вот там? Нет. Вот нет, это, здесь мы закончили, да? Она работала там всегда. Так. Наверху, вот в углу, она не угловая средняя. Угу. Там Людмила Борисовна, они как бы не переходили. Леонина, где стоит? Да, и мы с каждой группой стоим. Уже зала не было, это теперь мы зал себе сделали. Я здесь 84-го года, поэтому не нужно понимать. Поэтому попутались Валентина Петровна-то. Была, получается, такая, две. Ой, забыла фамилию. Была. Это Романа все знает. Вот сейчас Надежда Романовна придет. У меня уж как бы тоже военный, вот у нас 84-го здесь и все. Понятно. Сейчас подойдем. Она сейчас отойдет, ее еще нет. Она еще не пришла? Нет, она еще не пришла. Ну, 12-20 у нее. Ну, она сейчас должна подойти. Почему ты говоришь, а? На втором этаже угловая группа. Я еще копчика приносил, он у нас там жил в клетке. Ну, угловая группа, это как раз Надежда Романовна напротив нее. Ну, все, пойдем посмотрим. Там сейчас друзья. Посмотрим. Помнишь, копчик у нас? Помню, мясо помню, мясо помню, мясо помню. Мясо. Конечно, помню. Прилетал. Такие уж подробности, такие нестандартные, конечно, помню. Такие ситуации, да? Ну, пошли? Ну, пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Вера там заждет. А,
одноклассница наша, но она, мы вообще приехали, у нас бывшая одноклассница, 40 лет. А что? Каждые 5 лет встречаемся. С вами не выпускал вас Лариса, вот я ее фамилию не помню. Они там все приходят постоянно. Не Зинченко? Не знаю. И еще у нас он был настоящий в церкви. Андрей Немыкин. Андрей Немыкин. Это, а он что? Понятно. Это, знаете кто? Это с одной группы с моим братом на 3 года младше. Ну, вот смотрите, это, наверное, да, да. Вот она наша. Да. Шкафчики. И вот наша группа детского сада. А вот тут пианино. А, теперь она в области. Ну, правильно я говорю, да? Ну, играют до сих пор, пианисты-то есть? Ну, как-то, ну, работает здесь. Ну, и с вами здесь. Вам здесь нравится? Ну, это мы сейчас поставили двухъярусные. Ага, кровати. Да, у нас были одноярусные, у да, были совершенно верно. У нас были одноярусные, да, потому что тогда детей столько не было. А сейчас много, да? Ой, по 34, по 35. А вы что? А у нас класс был 44. Что-то. Класс был 44, да. 16 мальчишек, остальные девчонки. Вот сюда я в группу зашел 5 лет назад. И здесь была Надежда Романовна. Я говорю, я тут один из выпускников. Какого года? Я говорю, 69. А как фамилия? Я говорю, Ивлев. Игорь, что ли? Алло. Представляете? Сразу, моментом. Нас-то да не знать. Я без преувеличения, просто подобрался такой, да, коллектив, что пацаны были сорвиголовы. Естественно, воспоминания оставили. Это у нас такое. Ну, мы такие сорвиголовы, не злобные, но веселые. Да. Добрые. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Приятного аппетита. Приятного аппетита. А что это вы так еле тянете? А громче. Проголодались. Приятного аппетита. Спасибо. Будьте здоровы. Вот теперь у нас есть работает. О, кушать. Это у них сил нету. Передайте привет Надежде Романовне. Она нас это когда-то воспитывала так же, как вас. 50 лет назад. Да, это не болит. Ну, может быть, кто-то запомнит. Есть, есть у нас такие. Передайте ей привет. Запоминаю. Лекции есть всякие. Ну, ладно, не будем нарушать нас быть. Детский сад наш. Как был, так и остался. В 87-м году один раз ремонт сделали. Капитальный. Вот лестницы поменяли. А, все. Как было, так и осталось. Да. А теперь же вам не нужны. А не нужны это что значит? А для того, чтобы меня цепляли. А как здравоохранение и просвещение финансируется? По остаточному принципу, да. Все, потому что мы нужны. Остаточный принцип это копейки. По одежке ножки, совершенно верно. А вот и наша 7-я школа, наша 1-я школа, в которой мы учились. В которую мы пришли в 1-й класс 1 сентября 1969 года. Страшно сказать, 50 лет назад. Вот и футбольное поле между двумя школами, 6-й и 7-й. Вот там вдали, в центре кадра, видна наша следующая, 6-я школа. Да, когда-то стоявшая на пустыре наша школа вся заросла деревьями, клены, ивы. 6-я школа на целый этаж побольше, повыше, чем школа номер 7. Поэтому здесь училось больше людей. Сколько тут хожено, бегано, прыгано, сорвиголовано. Прогулино. Прогулино.
проводили. Да, столько воспоминаний связано с этим зданием. Ну вот и вход. Муниципальное образовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 6. Город Новочеркасск, Ростовская область. А сейчас у входа спят собаки. А ученики сдают ЕГЭ.